безопасности при крещенских купаниях. Купайтесь только в оборудованных местах. Перед тем, как окунуться в ледяную воду, необходимо оценить свои возможности и состояние здоровья. Категорически запрещено употреблять алкоголь перед купанием. Запрещается купание детей без присмотра родителей или взрослых. Помните, следует окунаться не больше, чем на 10-15 секунд. При купании необходимо соблюдать очередность погружения и не создавать тесноты и давки. При резком ухудшении самочувствия обращайтесь к медицинским работникам, спасателям или сотрудникам полиции. Помните,